тема еще одна, которая меня очень радует в кавычках, да, и улыбает, это тема о том, что на нас, мы жертва. Мы жертва, на нас все время хотят напасть, на нас все время нападают, у нас хотят отобрать наше все, что у нас есть, и так далее, и тому подобное. Как ты думаешь, вот этого мнения придерживается большинство россиян? Да, ну это старая добрая идеология, идеология осажденной крепости. Это не мы нападаем, а на нас нападают. Это, ну, обычно, опять же, история обоснования любой агрессии в данном случае. То есть это не они плохие, а точнее не мы плохие, а они плохие. Они хотели на нас напасть. Абсолютно все четко, ясно, понятно каждому обывателю в России. Вот смотри, да, для украинцев победа в войне – это вопрос выживания нации, вопрос выживания государства. Мы с этим уже сталкивались неоднократно. А от чего ждут россияне в войне против Украины? Да, там до сих пор одна треть за продолжение войны. Зачем она им лично, вот без пропагандистских штампов? Многие против войны, ну, против войны. Но если станет вопрос, нужно ли уходить с уже оккупированных территорий, дай Боже, 10%. Все очень просто и понятно. Ничего То не есть я против войны, но пусть все остается так, как сейчас. Конечно, не, мы сейчас, ну, мы сделали ошибку, мы недооценили противника. Надо сейчас остановиться, перегруппироваться и снова напасть. Все понятно, это ползучая вот такая вот экспансия, которая заложена в имперском сознании россиян. Окей, хорошо. Тогда как ты прокомментируешь то количество конфликтов с ветеранами СВО, которое происходит на России? Причем конфликтов не когда ветеран выступает источником этого конфликта, а когда там какого-то ветерана отметили всей компанией возле ночного клуба, там кому-то сказали, что мы тебя туда не посылали, там еще кто-то и так далее и тому подобное. То есть у них нет вот этого пиетета, который был, например, к ветеранам Великой Отечественной войны в Советском Союзе в 46-м, 50-м или 53-м году. Да, у них есть четко абсолютно. А какой пиетет был к ветеранам в 50-х, 60-х Ну, годах? Смотри, все равно, ну, насколько я Их помню, что-то... взяли, собрали, на Соловки Это отправили, чтобы инвалидов, это постер. типа инвалидов, а ветеранов, Ну, которые... Типа... Что-то общество сказало, что оно не знало об этом? А какое отношение было к ветеранам? Ну, это, вот ты знаешь, это постзнание называется. Вот, ну, были там ветераны, там, вот многие, но это 70-е, 80-е годы, когда раскручивалась история, связанная с новым победовесием, потому что сдох миф гражданской войны. А так, к ветеранам было абсолютно такое же скотское отношение, ничего никому, ничего не давали, умирайте быстрее, не напоминайте о том, что мы проиграли в действительности эту войну. Потому что когда День же Победы не был праздничным. Не праздновался, День да, Победы не был праздничным, он появился только при этом, при Брежневе. Хрущев, как член Политбюро Сталина, понимал, что никакого праздника нет. Угу. И он даже не думал этого делать. Все буднично, нормально, вот ты вернулся, все, ты использован это, теперь иди возвращайся в эту жизнь. И поэтому тут ничего такого я не вижу. А касаемо, ну, конфликты это такое, как бы, знаешь, ну, такое там получается. Но это мы просто гиперполизируем вот эти вот проблемы. Наоборот, это новая причина, на которую будет делать ставку Путин. Он, в принципе, это уже делает ставку. То есть те, кто... СВО – это новая элита, новые опричники, которые будут бегать и потом ловить этих смердов, убивать их, насиловать, и ничего им за это не будет. Поэтому тут вообще я не вижу больших таких проблем для россиян.